Водичка. У вас вот парпер, да, в квартире, я смотрю? Ну, наверное, сейчас они открыли, я думаю, да. То есть у вас дома прям под полом течет вода? Ну, посмотрите, вот. Подождите туда-нибудь. Ну, в августе, да. Прорвалась труба холодного отопления, это холодного водоснабжения. Представители приехали из управляющей компании, поставили хомут. Вот это продолжалось до октября. В октябре опять она, естественно, прорвалась, потому что она очень старая, она ее никогда не меняли. Вот. И с октября, вот 27 октября, мы написали заявление управляющей компании, чтобы устранили, это же вообще-то аварийная ситуация, правильно? Uh-huh. Которую должны устранить в течение суток. Вот 27 октября мы написали заявление конкретно управляющей компании. Ну вот кроме обещаний пока ничего нет. Вот вскрыли полы, они тут выпили мне доски все. Вот это все вырвали, видите, вот линолеум, там порвали линолеум, все. Ну это мелочь, так сказать, жизнь. Ну, мне самое главное, что устранить-то они не устранили, и вода течет за домом. Через дом течет вода. Там я уже не знаю, сколько вытекло воды с августа. Под фундамент, да, затекает? Ну, естественно, куда же. Можете рассказать о ситуации? Пойдем. Угу. Это кошмар какой-то. И прям ужас. Ну давайте, смотрите, вон мужчин. Мы подходим, я вон в контейнер стараюсь бросить. Почему не очистили, я не знаю, не удивляюсь. И здесь все время течет. Вот надо остановить течку. Это давно уже разрушилось. Все вот так.